город Битва за Ленинград, где Манштейн потеряет сына, Курская дуга, Битва за Харьков. И уже тогда, после Сталинграда, он понял, война проиграна. Вот что Манштейн записал в своем дневнике. Русские очень храбры. Чтобы захватить такую страну, как Россия, ее нужно взорвать изнутри. В марте 44-го Гитлер отстанет Штейна от командования. По мнению некоторых историков, причина отставки лучшего нацистского фельдмаршала кроется не в многочисленных сражениях вермахта, а в другом. Эти события получили название «Инцидент в Растенбурге». Тогда фюрер собрал генералов и заявил, что, мол, если случится так, что он, Гитлер, останется совсем один, то все они, генералы, должны будут стать вокруг него с обнаженными кортиками в руках. В этот момент Гитлер прервал Эйнштейн. Он вскочил со стула и воскликнул: «Так оно и будет, мой фюрер!» Повисла гробовая тишина. Двусмысленность фразы была очевидна, а Гитлер двусмысленности не прощал. В мае 45-го Манштейн был пленен англичанами. Союзникам не удалось обвинить его в истреблении евреев на оккупированных территориях, но за многочисленные жертвы среди мирного населения во время боевых действий ему дали 18 лет. Однако уже через 3 года отпустили на свободу ввиду плохого здоровья. Одну войну Манштейн проиграл, но решил выиграть другую войну информационную. Бывший гитлеровский фельдмаршал написал мемуары «Утерянные победы», где обвинил во всех неудачах вермахта Гитлера и его бездарных генералов. А он, Манштейн, в действительности нацистский преступник, якобы ни в чем не виноват. Он всего лишь солдат, который выполнял тупые приказы. Что тут сказать? Эрих фон Манштейн и вправду был шкурным человеком. А такой враг опасен вдвойне. Парад побежденных. Война превращает людей в диких зверей. Французский философ Вольтер. Как достучаться до радио? Открыто. Группа «Радио Звезда» ВКонтакте. Обсуждение всего, что происходит. Присоединяйтесь, высказывайтесь, предлагайте. Слушайте подкасты в любое время. Оценивайте и снова высказывайтесь. Активно проявляйте себя и получайте подарки. Подписывайтесь на наше официальное сообщество ВКонтакте. vk.com/радиозвезда.